Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня я хочу вам представить новую песню, новый клип автора, исполнителя, христианского музыканта Константина Косичкова. Я знаю, что в жизни каждого из нас бывают новые периоды, что-то новое приходит в нашу жизнь. И в жизнь Константина пришел вот этот период, период нового творчества. Послушайте, посмотрите сердцем его новую песню, помолитесь, благословите его. Спасибо вам. Аминь. Из всех народов и племен великий Христос. Черный, желтый, белый он, великий Христос. Вышедший из света, вышедший из тьмы, приносит Божье лето детям солнца и луны, солнца и луны. Космический Христос идет навстречу человекам. Он вышел из воды, в утробах тают льды, нет предела этим рекам. Мария встанет рано, царю расскажет свои сны о религиях и странах, что сдаются без войны. Ему сдаются без войны. Племен великий Христос.